ребят, сегодня удивительное видео. Вот, смотрите, что здесь у меня есть. Вот тут два мусорных бака, потому что здесь будут соседы. Так, смотрите, вот тут лавочка. Она собрана из двух кубиков и двух таких. Я сегодня собирала домик. Вот, смотрите, здесь окна открываются, закрываются. Открываются, закрываются. Вот, еще. Посмотрите, что у нас здесь есть. Вот здесь вот можно, смотрите, это как бы полка. Вот тут вот и есть, можно туда положить вот такие кристаллы. Вот. Потом, если открыть, вот здесь открывается вот так вот штучка, видите? Вот тут грибочек. Вот он закрывается и вот сюда ставится. Это как будто шкафчик с полками. Видите? Удобно. И смотрите. Вот тут вот есть постройка, смотрите, она так устроена. Видите, вот здесь вот есть вот такой серый кубик. Смотрите, я его надеваю вот так. И тогда получается, что все скрепляется. А пол, смотрите, он не очень крепкий, потому что он крепляется вот здесь. Видите? И вот смотрите, как я его сделала. Я его сделала, значит, чего? Просто вот ставила вот квадратные вот такие. И получился разноцветный дом. Еще, посмотрите, вот тут лестница есть. Забирается на балкон. Вот балкон. Вот тут есть лаборатория, видите? Тут можно ставить какие-то зелья, ванна. А вот это пластинка для наказания. Вот. Сейчас я вам все покажу. Вот сейчас я вам покажу семью и соседа. Вот, смотрите. Вы уже помните это, надеюсь. Помните, я собирала этот морковный домик? Видите? Зайчиком вон таким, которые были вот так лучше. Вот, он их сосед. Видите, вот тут вот, вот он стоит, вот и их мусорный бак. А вот его мусорный бак. И вот, посмотрите, это дедушка. Помните, мы снимали мультик про джунгли? Это дочка и дедушка. Вот, смотрите. Внучка, она любит помогать бабушке. Вот, видите? Бабушка занимается наукой. Она присаживается на вот эту вот скамейку. Вот так. Но до этого нужно поднять ей руки. Вот так. Вот так она присаживается. Потом можно положить их. Поставить рядом с бабушкой. И помогать ей. И вот. Дедушка ей не разрешает заниматься. Поэтому... дедушка всегда следит за ними. Вот на другом кресле как раз. Подождите. Вот. Вот сейчас. Вот здесь. Вот так. Сидит и сидит. Смотрит за ними. И все время говорит: не занимайся наукой. Это под полом. Значит, это подвал. Они в подвале занимаются.
И вот, это балкон. А еще вот папа. Видно? Он тоже иногда шалит. А вот младший сын. А вот и мама. Мама тоже иногда шалит. И остался последний член семьи. Старший брат. Вот. Вот здесь он стоит. Вот, смотрите. Кто будет где жить? Смотрите, бабушка будет здесь спать, кстати. Дедушка тоже. Внучка и брат, братья, они будут кое-где спать. На втором, на третьем этаже. А мама с папой на втором. Иногда к ним присоединяются бабушка и дедушка. И, кстати, бабушка очень любит стоять на балконе. Ей очень нравится. Особенно вот это местечко. Около двери. Там я поставлю дверь. И вот, посмотрите, как выглядит дом с других сторон. Продолжение покажу в следующий раз, когда сделаю второй этаж и сделаю здесь дверь. Вот. Пока, до новых встреч!